Ребят, давайте поможем Артану. Это жуткое несчастье, которое с ним произошло. У меня даже нет слов. Но мне кажется, мы в силах что-то изменить. Артан чудный парень. Я с ним работала на нескольких проектах. Он очень талантливый, он добрый, он искренний. Просто хороший человек. У него сейчас маленькая дочка. Мне кажется, мы можем что-то сделать, если все соберемся и поможем.